Палата лордов Великобритании провела дебаты по азербайджано-армянскому вопросу. Член Верхней палаты британского парламента, сопредседатель британо-армянской межпарламентской группы дружбы баронесса Кэролайн Кокс выдвинула очередную инициативу, направленную против Азербайджана. Но она не нашла поддержки. Заместитель министра иностранных дел лорд Ахмад высказался на тему азербайджано-армянских отношений от имени правительства. Он отметил важность мира между двумя странами и необходимость политического решения. Кроме того, лорд Ахмад заявил, что британское правительство полностью поддерживает работу, проводимую Евросоюзом. В ходе дебатов другие члены палаты лордов, кроме баронессы Кокс, озвучили как нейтральные, так и поддерживающие Азербайджан мнения. Так, лорд Хусейн, упомянув последние столкновения между Арменией и Азербайджаном, акцентировал внимание на важности подписания мирного соглашения. Лорд Давид Эванс привлек внимание к минной проблеме, напомнив, что за последние 2 года от разрыва мин в Азербайджане погибли 262 гражданских лица. Он же рассказал другим членам Палаты лордов о пропавших без вести 3890 азербайджанцах и отметил, что Армения отказывается предоставлять какую-либо информацию о них.